зовут Настя Новикова. Настя, ну просто Настя, да? Меня зовут Лара. Давай познакомимся. Меня зовут Лара. Вот, отлично. Так, Настя, надо конкретно загадывать желание. У меня недавно совершенно исполнилось желание, но я ждала до этого 2 года. Но я каждый день произносила желание. Вот надо конкретно, то есть, если ты загадываешь квартиру, допустим, сейчас условно говоря, то надо там, сколько метраж, там, ты знаешь, допустим, тебе надо 40 метров, однокомнатную квартиру на последнем этаже, в каком-то доме, поняла? Вот. А ты, я не знаю просто, как ты конкретно, не конкретно загадала желание. Так. Я могу сказать? Говори. Я хочу увидеться с Владимиром Путиным. Ты хочешь увидеться с Владимиром Путиным? Еще раз, скажи это. Я хочу увидеться с Владимиром Путиным. А, Владимир Владимирович Путин. А, Настя хочет увидеться с вами. Она живет в Дмитрове, правильно, Настя? Да, вот. Я в Дмитрове живу. Я спортсменка. Ты спортсмен. Почему ты хочешь с ним увидеться? Ну, не знаю, покажу. Я хочу, чтобы меня лично наградил, как Вику Львову. А наградил за что? За спорт. За спорт. Чтобы он тебя наградил за спорт, нам надо что-то выиграть, правильно? Ну, это да. Хотим с ним встретиться, если мы что-то хотим сказать, что-то пожелать. Хочу. Что? Я хочу, чтобы приехал ко мне на день рождения, и я ему кое-что скажу. Когда у тебя день рождения? 19 августа. Владимир Владимирович, 19 августа, вот у этой замечательной девушки день рождения. Пожалуйста, скажи адрес, где ты живешь. Говори, говори. Дмитровский детский дом 13, улица Подлипская, дом 4. И, пожалуйста, приедьте к ней на день рождения. Поздравьте просто ребенка с днем рождения. Это ее мечта. Владимир Владимирович, ясно вам? Я ему ЦУ дала, я ему ЦУ дала. Нет, Настя, ты молодец, смотри. Теперь, это не обязательно, что он приедет в этот день рождения. Да, но если мы об этом будем думать каждый раз, то есть каждый день старайся думать, пропиши это на листочке, положи, пусть где-то у тебя это лежит, то это желание вполне может исполниться. У меня исполнялись невероятные желания на самом деле. Вы там чего делаете? На самом деле у меня исполнялись очень невероятные желания, честно-честно. У меня было желание, чтобы мне подарили на день рождения шары, чтобы я проснулась, а у меня под потолком были шары, представляешь? И я ждала где-то 4 года, и вот совершенно недавно мне подарили шары, которые висели у меня на потолке, и причем это случилось неожиданно, я спала. Открываю глаза, у меня под потолком шары, правда, у меня не было день рождения. Прикольно. Если ты есть в Инстаграме, Настя? Да, есть. Добавься ко мне, друзья. Давайте сейчас, да. Давай, доставай свой телефон. Давайте уж я, потому что у меня разрядился телефон. Давай я тебе напишу, потом найдете меня. Слышишь, Настя? Ты же ВК, да, еще сидит? Да, есть я ВК. Слушай, молодец какая-то, целеустремленная. Не мытьем да катанем, да? Молодец, слушай. Давай найдем ВК. Хорошо, напиши привет. Даже мне много кто отправляет заявки. А ты не принимаешь еще, да, в заявке? Нет, я принимаю, но я редко сижу в ВК. А где ты в основном? В Инстаграме больше всего. Ну вот там найдешь меня в Инстаграме, можешь быть, ВКонтакте. Нижнее подчеркивание, Лара Шум, нижнее подчеркивание. Держи. Я не смогу удержать. Есть, хотите на коляске, конечно, можно поставить? О, давай поставим. Сможешь на них руки положить? Конечно, могу. Вот. Во! Видишь, у нас получилось держать. Ну-ка, вторую ручку. Вторую не надо. Во! Я ему больше даже не делаю. Во, Настя, у нас получилось. Ну-ка, скажи, ангелы на земле. Ангелы на земле. Ну и молодцы, у нас все получилось с того. Видишь, как здорово, как замечательно. Вот. Давай. О, бля.
все вроде как. О, стрим. Ну, я сейчас не только хочу с Путиным видеть, я хочу еще с одним актером, знаменитым. С каким? Игорь Лифан. Так, ну, он сидит как раз в Инстаграме тоже. Ну, так напиши ему. Я хочу написать, а он не отвечает мне. Давай, он тебе не отвечает? Может только прочитать и все, а так мне ничего не пишет. Господин Лифанов, вы что делаете? Вы известный актер. Вы вообще уже давным-давно должны были приехать к Насте и, собственно говоря, даже подарок ей привезти. У вас нет совести, что ли? Вы известный актер, это не значит, что у вас должна быть звездная болезнь. Выделите время, пожалуйста, вот этому ребенку и приедьте. Вон Мишка молодец, как это тут шариками кидается. Миша, ты просто чудо! О, молодец какой! Когда исполнится твое желание, напиши мне, ладно? Окей. Все, благодарю, ребят, ваш огромнейший.